Другим темам. Через рентген-аппарат в поликлинике при детской областной больнице ежедневно проходит несколько десятков детей. С заботой о маленьких пациентах оборудование в конце февраля обновили. Подробности у Натальи Пулиной. Привычные рентгеновские снимки уходят в прошлое. По крайней мере, маленькие пациенты и лаборанты поликлиники при детской областной больнице от них уже отвыкают. В конце февраля аппарат прошел оцифровку. Теперь лучи, проходя через тело, попадают на плоскодетекторную панель, которая выводит изображение прямо на компьютер специалиста. Оцифровка данного аппарата позволила нам снизить, во-первых, лучевую нагрузку, что крайне важно в детском возрасте. Во-вторых, теперь снимки полностью вот сразу, моментально улетают к врачу-рентгенологу, а также и к специалистам узким, которыми были направлены непосредственно эти детки. Кроме того, снижается и опасное воздействие и на самих лаборантов, работающих с пленкой. Переход с обычных снимков к цифровым делает детскую областную на шаг ближе к главному вектору развития всей сферы здравоохранения, так называемому единому цифровому контуру. Цифровизация проходит по разным направлениям. Это и ведение медицинских информационных систем, и внедрение персонифицированного учета лекарственных средств и изделий медицинского назначения, и погружение результатов рентгенологических исследований, исследований на компьютерных томографах, на магнитно-резонансных томографах в единую информационную систему. На оцифровку рентгенаппарата потратили примерно 10 миллионов рублей. Это средства нормированного страхового запаса Фонда обязательного медицинского страхования. Наталья Пулина, Светлана Михеевская, Регион 29.